Друзья, всем привет! Приветствую всех на моем канале. Раз вы зашли, значит, вас тоже волнует вопрос подключения вашего девайса к ноутбуку или к компьютеру. Не видит, я так понимаю, ваш компьютер, ваш подключенный телефон. Как из один из вариантов, как решить эту проблему? Сейчас я вам продемонстрирую. Итак, у меня ноут стоит 10 Windows, 64-битный. Драйвера я уже установил. Заранее скажу, что все у вас получится, если драйвера стоят, если кабель цел и если в телефоне включена отладка по USB. Если вы не знаете, как это делать, включать, смотрите мои другие видео, как это делать. Итак, драйвер я установил. Да, вот мы заходим в диспетчер устройств. Сейчас мой телефон включенный. И USB кабелем подключаю к USB порту. По идее, раз драйвер я установил, компьютер должен его увидеть. Видим, что переносные устройства, MTP режим. И заходя в наш диспетчер устройств, видим, что не появляется никаких устройств, куда мы можем зайти в нашу папку нашего телефона и оттуда уже перекинуть какие-то файлы. Что нужно делать для этого? Нажимаем на этот MTP правой кнопкой мыши, нажимаем свойства. Видим, что общие свойства, что конфигурация не нравится, неполная, код ошибки номер 19. Жмем драйвер, обновить. Выбираем нижнюю вот эту строчку, выполнить поиск драйверов на этом компьютере. Выбираем вот эту нижнюю. Выбор драйверов из уже установленных. Жмем далее и выбираем в эту строчку USB устройство MTP. Далее. И видим, что идет установка драйвера. И пишем, что успешно закончена эта установка. Жмем закрыть. Выходим. И видим, что в нашем диспетчере устройств появилось вот устройство Lenovo P780. Подтверждение чего? Мы заходим в наш диспетчер устройств. Видим, что появился Lenovo P780. 80. Входим сюда и видим два у нас раздела. Это один этот флешка наша SD карта, а вторая память телефона. Заходя непосредственно уже внутрь, мы можем скачивать файлы, которые нам необходимы. Так что всем успехов, терпения. Спасибо, что вы заходите на мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях. Будем пытаться вместе разобраться с вашими проблемами. Потому что девайсов много разных, с каждым девайсом какие-то маленькие свои нюансы. Поэтому не надо сразу писать, что вот у меня не получается, гневно там дизлайкать. Мы все делаем общую работу для того, чтобы помогать друг другу, чтобы у нас все получалось. Всем пока!